Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания. И сейчас мы вместе с вами свяжем рукавички, талисманы для Нового года. Начинаем с того, что снимаем мерки с руки. Какая бы у вас модель ни была, вообще эти рукавички больше детские, поэтому показывать я буду на своей руке, вы будете делать аналогично на ту ручку, на которую будете вязать. Первое, что мы делаем, обводим руку, берем листик и начинаем, обводим руку. Вот таким вот образом. Мне нужны мерки. Мне нужна ширину, мы сейчас определим. Палец. Так, и вот точечка. То есть вот эта вот мерка мне нужна. Дальше мне нужно местоположение пальца. Ну и общая длина рукавички. Так, это у меня длина пальца. Длина пальца большого, сейчас будем измерять, большой палец измеряем, 6 сантиметров, 6,5 пишу. Длина 7, но мы сделаем чуть побольше, 8, чтобы рукавичка не упиралась в руку, а все-таки была более-менее свободной. Объем руки. По ладони измеряем, не по бумажке нарисованной, а по ладошке. 18 сантиметров, но для того, чтобы было немножко посвободнее, 19 сантиметров объем руки. Общая длина рукавички, давайте тоже 19 сантиметров. От точки, которую мы определили вниз, 19 сантиметров. Вот здесь у меня будет начинаться рукавица. Это мне нужно для того, чтобы определиться с большим пальцем. Провязываем до начала большого пальца 5 сантиметров. Провязываем большой палец, довязываем до начала, до разделения и провязываем отдельно 2 так называемых пальчика, коровье копытца. Для того, чтобы просчитать рукавицу, мы нарисовали схему, есть сантиметры. Определяемся с петельной пробой, то есть подбираем пряжу. У меня это Ализе Реал 40, петельная проба есть. То есть я знаю, сколько у меня петель рядов в одном сантиметре. Это обязательно. У меня машинка Сильверит 840, плотность 9 точка, 2,55 петли и 3,58 ряда в одном сантиметре. Это моя петельная проба. И сейчас я буду делать расчет рукавички. Общая длина 19 сантиметров. 19 умножаем на 3,58. 68, ну давайте 70 рядов округляю. 8 сантиметров пальцы умножить на 3,58, 28,64. Общий, так, длина от основания, от начала рукавички до пальца 5 сантиметров. Начало в середине 17,9, 18. И длина большого пальца 6,5 умножить на 3,58. 23 ряда. Теперь петли. 19 сантиметров это петли. Умножить на 2,55. 48 петель мне нужно провязать. Исходя из 48 петель, сейчас мы с вами будем делить рукавичку и определяться с большим пальцем и с пальцами наверху. Так, 48 петель – это полное количество петель. Но мне нужна половина для определения большого пальца. Значит, 48 делим пополам. 24 петли – это половинка. Вот, от точки до точки, то есть это одна сторона руки. Берем треть петель от одной половинки, от 24, это 8. Ну и добавлю еще по 2 петли на
зашивания. То есть 24 делим на 3 плюс 2 петли. Итак, палец 10 петель. Делим на 3 плюс парочку петель добавляем. Здесь то же самое. Здесь на самом деле все просто, потому что у нас все вот это вот полотно пойдет делиться 24 петли на 2 стороны, на 2 пальца и 24 петли на 2 пальца. Там мы будем провязывать хитро. Поэтому вот с верхней частью вообще все просто. Итак, еще не определила еще с одной меркой. До начала разделения у нас 12,5. Умножить на 3, 58, 44, 45 рядов. Вот отсюда, вот это вот, 45 рядов. Давайте 45 плюс 28 проверим. 73, ну, сойдет. Погрешность такая. Пускай будет немножко больше. Все, мы готовы вязать. Так, что у нас за процесс вязания? Набираем 48 петель, провязываем либо резинку, либо планку, у меня будет планка. Создаем подгиб, провязываем 18, ну, в том числе 18 рядов, то есть можно подгиб вязать ниже, то есть он будет вот тут находиться, а можем подгиб в том числе вязать. Определяйтесь длиной. Провязываем 18 рядов, выполняем большой палец, вяжем дальше до 48, до 45 ряда, делаем разделение, провязываем 2 пальчика. На остальных иглах. Мы провязывать будем хитро, мы не просто их поделим пополам. Это одна рука и вторая рука, то есть у нас две рукавички. Мы делаем все то же самое. Мы можем сделать две заготовки на правую руку и на левую. Абсолютно все то же самое, только палец у нас будет, вот эти же 10 петель у нас пойдут с левой стороны. То есть все выполняем то же самое. Доходя до 43 ряда, ну до 44, выполняем небольшой разделитель цветом, для того, чтобы разделить копытца и, собственно, цвет нашей рукавички. И таким образом мы с вами готовы будем провязывать верхнюю часть, пальчики. Сейчас еще раз набрали 48 петель, провязали планку либо резинку, довязали до большого пальца и остановились. Начинаем с планочки либо с резинки. У меня простой подгиб. Я провязала 15 рядов и формирую подгиб. Надеваю обвивы. Я начинала не сбрасывая нити, а с обвивов. Если у вас вы начинали сбрасывать нити, у вас остаются открытые петли снизу, вы можете надевать открытые петли на иголки. Подгиб. После формирования подгиба мы с вами провязываем рассчитанное количество рядов до начала большого пальца. Так, надеваете. Закончили один ряд. Не забудьте. Вернуть грузики. И провязываем до большого пальца расчетное количество рядов. Провязали. Мы с вами посчитали, что на вязание пальца мне нужно 10 петель. Поэтому ставлю все иглы в переднее положение. И делаю добавленные петли, вот сколько посчитала, столько добавляю. 10 рядов. Убираю пока рабочую нить. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 игл. Набираю брусовую.
грибочки. Эту бросовую мы очень быстро снимем. Она нам сейчас уже будет и не нужна. Один ряд контрастный потушечный. И каретку назад. И теперь начинаю вывязывание большого пальца. 10 игл у меня на брусовые и 10, ровно столько же игл я ставлю в рабочее положение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итого мой палец представляет из себя 20 игл. То, что я провязала, довязываю ряд палец. Итак, теперь 10 игл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И на вот этом вот количестве игл, то есть 2 раза по 10 расчетное количество, мы с вами провязываем длину большого пальца. У меня это 23 ряда. Раз. Снимаю иглы через одну на соседнюю иглу. Ставлю их в рабочее положение. Так, те, которые я сняла назад, и один ряд. Отрезаю рабочую нить, немножко подлиннее, чтобы этой же нитью я смогла зашить палец. Беру толстую иглу, либо у меня коромысло есть. Снимаю палец на рабочую нить. Петли пальца набрала на рабочую нить. Пока оставляю там 10 игл обратно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остальные убираю, мне не нужны. И вот на эти 10 игл мы же их убрали. Мы на них вязали основное полотно. Теперь мы возвращаем их обратно. Палец. Заворачиваю палец. Вот он у меня палец провязан. Я его заворачиваю внутрь и сбросовые нити надеваю 10 петель обратно на иголки. Могу снять брусовую нить, она больше не нужна, чтобы не путалась. Рабочую нить беру за новую, потому что мы использовали ее на вязание пальца. И провязываю до начала вывязывания. 45 рядов у меня идет до начала пальца, поэтому я провязываю 42 ряда и 3 ряда мы провяжечной полосой. На счетчике сейчас у меня 15 до начала пальца и до 42 ряда я провязываю прямым полотном основным цветом. Основной цвет больше не нужен. Отделочная полоска 3 ряда
разделителя между пальцами и основным цветом. Все, эта полоска-то уже больше не нужна. И сейчас самое интересное. Начинаем вывязывание пальчиков. Середина у нас остается на иголках, мы снимаем края. Сколько? Оставляем в середине ровно половину иглы. У меня 48 петель, значит 24 иглы остается на машинке. 12 и 12 я снимаю по краям. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мы снимаем, набрасываем по очереди. Счетчик не нужен. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. С другой стороны. У нас середина полотна. На ней мы вывязываем половину пальцев. Вот эту вот первую часть. Берем второй цвет. И выполняем небольшую хитрость. Если мы будем провязывать на этих иглах, у нас будут стянутые пальцы. Будет очень неудобно, неуютно и неправильно, нехорошо. Нам надо, чтобы рукавичка была удобной. Поэтому мы добавляем две иглы с краю. Можно набросовую нить, но такое количество набросовую нить получается дольше и проблемнее, чем просто взять и обвить две иголочки. Обвили. Так, счетчик обнулить, естественно. Потому что мы вывязываем первую часть. И нам нужно провязать 28 рядов. Так, ряд. Раз. Со второй стороны мы тоже делаем два обвива. Раз, два. Добавить нам надо чуть больше сантиметра. Поэтому 4 петли идеально вписываются вот в это самое чуть больше сантиметра. Потому что у нас между пальцами палец. Вот, представляете себе, сантиметр. Сантиметра достаточно. 4 иглы. И дальше 28 рядов. Что делаю на большом пальце, половину иглы убираем, пересаживая каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Чтобы все иглы стали в заднем положении, один ряд, отрезаю нить и снимаю полотно, пропуская рабочую нить через каждую петлю. Я это делаю при помощи карамысла. Снимаю все утяжелители. У нас провязана большая часть рукавички. Можно надеть палец, посмотреть, что получается. Вот. Получается ровно то, что мы хотели. Здесь вот два пальца. Палец этот, вот этот палец. Осталось оформить половинку. И что мы делаем? Надеваем эту половинку на иголки. Но надеваем хитро. 24 петли, половина. У нас 12 и 12 как раз. Мы разворачиваем наше полотно так, чтобы шов, вот эта вот середина, оказалась в серединке. То есть мы делаем швы на пальцы навстречу друг другу. То есть мы зашивать пальцы по
внешней стороны не будем, на шов будет идти между пальцами. Поэтому вот так от середины и сбрасывая нити, надеваем петли. С одной стороны и с второй. И вторая сторона. Раз. Два. Отлично, но у нас есть еще по две добавочные петли. Мы их берем с уже провязанной стороны, то есть у нас уже провязанная часть. Вот как оно лежит, так и надеваем. Край к краю, вот этот вот обивчик на одну иглу и краешек на вторую иглу. Раз, здесь то же самое. Крайний обвив один сюда и краешек полотна на вторую иглу. Соединили. Если нужны оттяжки, рабочая нить, счетчик обнулить, 28 рядов. Снимаем каждую вторую петлю на соседнюю иглу. Один ряд, обрезаем нить, снимаем. Рукавички. Петли на рабочую нить. Собственно, само вязание на этом и закончено. Вот они, две части. Вот он, большой пальчик. Нам остается зашить боковой край, зашить большой палец и зашить верхнюю часть. Верхнюю часть, видите, она подтянута и можно совершенно спокойно зашивать. Зашивать можно любым удобным способом. Я зашью на вязальной машинке. Нежничаем. От середины. Середина. Смотрю, чтобы у нас симметрично было. Сначала надеваем нижнюю, конечно. Надеваем нижнюю часть. Вот она. Серединка на нуле, петля одна, петля вторая. И смотрю, насколько комфортно полотно. На самом деле способ работает только на
таких объемных пряжах, если у вас очень тонкая пряжа. Такой способ, когда как легло на иглы, практически не работает, потому что при вот такой толстой достаточно пряже деформация полотна минимальна. Ну, до 20 и надеваю. Запоминаю, что здесь 20 игл, потому что таким образом я буду выполнять 4 пересадки. То есть мне раз, два, вторая рукавичка. Мне 4 раза надо по 20 рядов надеть на иголки. Вторая рукавичка вяжется абсолютно симметрично. За исключением большого пальца. Все. Большой палец у нас находится с другой стороны. Так все то же самое. Расчет 1. Видите, я надеваю, мне не каждой игле хватает протяжки. Ну и не надо. Я компенсирую с второй стороны. Берем вторую сторону. Середина. Вот она. Раз, два. Надеваю край. Вот он. И теперь надеваем протяжки на иглы, стараясь надевать их, если есть возможность, надеваем на каждую иглу, если нет, занимаем те иглы, которые у нас были пропущены при надевании нижнего края, чтобы у нас на каждой игле оказалась протяжка. Пустых игл нет. Вторая сторона. Соединение может быть любым цветом. Я буду соединять отделочным разделителем. Темно-коричневым, ну, нам еще и тень создаст, очень интересная. И вот такой способ соединения, он не утяжелит, так все иглы заняты, свободных игл нет, можно соединять. Берем тот цвет, которым будем производить соединение, закрываем иглы и соединяем объемной косичкой. Любимый мой прием на все случаи жизни. Вот для рукавички тоже очень даже подходит. Снимаем петлю, две петли на петлю ловитель, провязываем одну рабочую петлю, одну воздушную. Рабочая петля, воздушная. Рабочая петля, воздушная. И так далее. Весь ряд соединяйте. Зашили. Вот она варежка. Остается шов и палец. Зашивать можно любым удобным способом. Я буду зашивать обычной косичкой, рыжим цветом, вывернув наизнанку. Видите, пальцы соединили. За счет добавленных петель у нас никакой перетяжки между пальцами нет. Все очень, видите, логично и удобно. Зашиваете. И по такому же точно принципу провязывайте вторую рукавичку, только пальчик у нее будет с другой стороны, абсолютно симметрично. Разница только в пальце. Все остальное мы выполняем абсолютно одинаково.